друзья! И снова с вами я, Игорь Ким. Я вас приветствую на нашей четвертой мощной тренировке. Сегодня буду тренировать Сашу, ну и, конечно же, вас. А самое главное, у нас главный приз нашего классного марафона – это дорожка от Yamaguchi X. И поэтому, друзья, если вы готовы побороться за нее, то прямо сейчас мы приступаем к тренировке. Поехали! Сейчас будет комплекс из 16 упражнений, 30-40 секунд в работе, 5-10 секунд отдыха между упражнениями. В качестве дополнительного оборудования сегодня мы будем использовать фитбол. Если у вас нет оборудования, вы подготовили альтернативные упражнения без него. Первое упражнение комплексное. Скручивание плюс фиксация фитбола ногами. Выполнять его можно и без фитбола, собственным весом. Зафиксируйте стабилизаторы напряженными, а живот подтянутым, чтобы легче удержать баланс. Выполним упражнение Супермен с пружинками. Включайте ягодицы, чтобы во время поднятия грудной клетки от пола избежать перенапряжения в поясничном отделе. Сильнее собирайте лопатки. Выдох на усилие, вдох на расслабление. Подъем таза. Растяните позвоночник от копчика до макушки в ровную линию. Сохраняйте пресс сильно напряженным весь подход. Отрывайте таз на выдохе. Возвращайте в исходное положение на вдохе. Теперь выполним горизонтальное разгибание рук с фитболом. Исходное положение стоя, стопы на ширине плеч. Во время выполнения упражнения удерживайте все тело неподвижным и напряженным. Руки переводите на выдохе. Can't stop, won't stop till I drop. Keep climbing for the top. Simmer down, you too loud, people around. You can try, but I won't stop, won't stop. Won't stop. Won't stop. Won't stop. You can try, but I won't stop, won't stop. I can't be stopped now, can't stop. I can't be stopped now, can't stop. I can't be stopped now, can't stop. You can try, but I won't stop. Выполняем боковые выпады. Отводите оба бедра назад, параллель с полом. В корпусе небольшая диагональ. Пресс сильно напряжен, чтобы стабилизировать центр. Работаем комфортно для себя темпе. Give me a minute of your time, I can guarantee all things work for who believe. All it takes is the faith of a mustard seed. Who can stop what was meant for me? For me, yeah, this for me. For me and I ain't for free. For me, yeah, this for me. For me and I ain't for free. Pick your head up, no more defeat. Get up off the ground, move your feet. Get up, get up. It's time to get up, get up. I
can't stop, won't stop till I drop. Keep climbing for the top. Simmer down, you too loud. Whip around, you can try, but I won't stop, won't stop, won't stop, won't stop. Комплекс, присед плюс боковой мах. Исходное положение стоя, фитбол перед собой, можно и без него. Во время приседа сохраняйте колени, таз и стопы в одной плоскости, удерживайте спину ровной и неподвижной. Ask me how I'm living, I'm telling them great. New me, no time to waste. Look at me, you see I don't play. I keep running, no out of shape. Need a hero, go find a cape. New me, no time to waste. Look at me, you see I don't play. I keep running, no out of shape. Need a hero, go find a cape. Ayy, no need for the B-roll. I was masked up and no hero. Breakfast in the morning, it was cereal and an Ebro. That boy keep going in, I can't let it go but get lethal. Watch how I'm showing it from JFK down to Heathrow again. Вырастание от пола, подготовительное к отжиманиям упражнения. Центр напряжен и неподвижен. Локоть над запястьем, в плече угол 35-40 градусов. Вырастая, стараемся сохранить плечи и таз параллельно с полом. Восьмое упражнение комплексное. Выполняем захлесты плюс поднимание грудной клетки. Собирайте лопатки как можно ближе к центру позвоночника и опустите их вниз. Отрывание выполняйте на выдохе. Во время захлестов старайтесь достать стопами до ягодиц. Присед и выталкивание фитбола наверх. Следите за тем, чтобы во время выполнения упражнения поясничный отдел оставался неподвижным. Основную нагрузку на себя забирали ноги и ягодицы. При приседании угол в колене 90 градусов. Носок не уходит за колено. Выпады назад попеременно с пружинкой. Плечи и таз сохраняем в ровном прямоугольнике, макушкой тянемся в потолок, стопы, таз и колени размещаем в одной плоскости. Выполняя выпад назад, вдох, на возвращение выдох. Наклоны с фитболом на одной ноге попеременно. Все упражнения растягиваем от макушки до копчика. Сильно напрягаем мышцы пресса, чтобы легче выполнить наклон. Чем больше хотите нагрузку, тем больше уходите корпусом вперед. Выполняем в спокойном темпе. Circles we out.
Гиперэкстензия. На выдохе напрягаем разгибатель позвоночника и вытягиваемся за макушкой наверх. Напрягаем ягодицы, чтобы минимизировать напряжение в поясничном отделе. Упражнение маятник. Максимально собираем лопатки и напрягаем спину, выполняя скручивание. На напряжение делаем выдох, на более легкой фазе вдох. Пупок подтянут к позвоночнику, дышим грудной клеткой. Перемещение фитбола. Исходное положение лежа на спине. Сильно напрягаем центр, подтягиваем пупок. Переводя фитбол, особое внимание уделяем поясничному отделу. Важно, чтобы он не отрывался и оставался приклеенным к полу. Во время выполнения упражнения активно чувствуем мышцы пресса. That's how I get it, success ain't no giving. Some days I don't eat, I don't sleep. When I'm focused, I'm dangerous. They don't wonder when I'm anxious. Ain't no limit till I tank. I'm running on fumes. The hopper system don't amaze. The roads racing through the pavement. Get your hands out of my bag. I know that's because I've been in it. I don't need to brag. I guess that's what happens when you taking care of your business. But some friendly, you do the math. I'm out of my pocket. Jumping jack plus косы и скручивания. Старайтесь выпрыгнуть как можно выше, сохраняя центр напряженным и стабилизированным. Во время скручивания подавайте вперед плечо, а не только локоть. Последнее упражнение – перекаты фитбол ногами. Сконцентрируйтесь на движении, плотно почувствуйте стопами фитбол. Степень отведения поможет отрегулировать уровень нагрузки. Закончили! Тренировка выполнена на 100%. Набирайте сил и готовьтесь к новой тренировке. До встречи!